Легкий морозец и бесснежная погода – идеальные условия для проведения лыжных гонок. Подтверждают это сервисеры, готовящие амуницию спортсменов. Сегодня вообще хорошее скольжение, потому что как бы свежего снега нет. И вообще в лыжне как бы лыжи должны хорошо ехать, потому что она уже накатана и глянец там появился. Вот, поэтому я думаю, что скольжение будет хорошее. Ну и со смазкой проблем как бы нету. Лыжники перед стартом волнуются. Хоть и соревнования дружеские, проявить свои сильные стороны все равно хочется. Конечно, переживаю. Блин, ребят, соперники все сильные здесь. Нету слабых, потому что я переживаю и думаю все же на победу надеюсь. Гонка памяти проходит уже в 46-й раз. Ежегодно в ней участвуют свыше 500 лыжников всех возрастов. Дистанции бегут от 3 до 30 километров. Посвящена гонка спортсменам и тренерам Самарской области, которых уже нет в живых. Ольховский, Александрийский – это все великие люди. Выступали, они защищали нашу область на спартакиадах, на спартакиаде России, на спартакиаде Советского Союза. Вот, к сожалению, их нет. Рано все ребята ушли из жизни. Но приходим каждый год. Чтим память выдающихся людей, поддерживаем, так сказать, с семьями общаемся. И знать, и помнить их имена – это очень важно. И, мне кажется, важно и для родных и близких, что их помнят, и важно для молодых спортсменов, которые сегодня выходят на лыжню и все-таки защищают честь свою личную, но и честь области и России. Это те соревнования, когда совершенно не главное, кто одержал победу. Важнее всего атмосфера, единение лыжно-спортивного сообщества. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.